раз. Тихо подъехал, я думал, ты своим ходом. Своим ходом. О, вернулся. Летчик на минчике, который в канаву прыгнул. Я только поэтому помню момент. Да, я только не прыгнул. Посмотрим, как 31-13 будет сегодня страдать или нет. Посмотрим, посмотрим. Это не запасная. Вот эти штуки, конечно. Конечно. Вот он, наш герой сегодняшний. Здорово. Здорово. Ты свой даже не моешь, да? Да. Ибо нет смысла. Ибо нет смысла. С виньеточками все как полагается. Пропускает или что? Или ну, просто грязно? Да, с лазерками едешь. Отдышишься. Привет. Здрасте. А, так мы здесь катаемся, точно. Или не здесь? Вот там, здесь там выезд. Кто там вот будет? Там это... Там... Надо... Ну ладно, можно... Да. А нам туда. А туда? Бля. А это дорожка на это поле? Да. Ну там тайцы топ. Да, я сюда заеду. Он такой мягкий, просто как здесь. Мягкий, вообще кайфово, комфортно. Это вообще как здесь. Ну, достаточно быстро привыкаешь, он очень комфортный. На нем мягко. Прям прикольно, прикольно, да.
пошла жара. Газу больше! И раньше. Подожди, давай его посадим. Ты чё? Помоги! Блять, на ровном еще засосало. Ой, блять, что нарабилось, а? Сразу! Давай, Сузуки, покажи, не снимай! А где газ? Ты ж поднимай! Газу, еще больше газу. Ого. Передача! Больше газу! В отсечку давай, в отсечку! Не получилось, не срослось. Газу! Газу! Жижа там сядешь немножко. Если он мягенький такой, хорошенький такой, да. Можно проехать? Нет, ну квадр я не знаю, там есть. Не, квадр нет. Можно, Руслан, ну можно же. Ну потом. Ну мы тут не проедем. Мы тут переезжали, походу тут он и нырнул, там вот эта речка. Владелец КТМ, владелец КТМ, владелец квадрата. Консилиум. Предохранитель проверил. О, показывает этот. Так тут из ситков вот те джунгли попали. Так не понял, тебя что, бросили? Нет, ну трое парней въехали, а у Паши кум... Ну, то есть бросили. У Паши кум разродился, а он, блядь, не говорит. Ладно, поехали, чего, хорош. Так завести надо, не?
А тут может и так. Ой, на скорости выдержит. Сейчас бы завелся. Эти заебался. Все заебались. Бля, руки поднимет так. Ну, дорожки. Тут уже все. Поднимаем. Бля, ну да, он тяжело. Это как? Я даже не успел понять, что произошло. Извиняюсь. Такой. Этот удобнее. Да. Да. Ну, он от сети подключается от прикуривателя. Мало места занимает. Батарейка. Справляет малую. Я как уёк зайду. Сколько рыбы. Водокласс? Вообще бомба, реально. Да. Поймать эти 5, люди, вот эти люди, 10. Они... Вот сейчас стоят на секторах, по 2-3 года мечтают попасть сюда. Ебану. Не так просто. У нас записывается с января месяца, уже запись идет на май месяц. Ясно. Приехать шашлык пожарить, покупаться. Не, наверное. Я так купаться понимаю. Здесь тоже нельзя. У нас не предусмотрен, у меня совета запрет. У нас вода холодная. Вот. Это все посваливали, даже до заправки не доехали. Потерял телефон. Не я, а Сир. А как ты не увидел? Он в здоровом чехле такой. Бля. Бля, ну ты так долго ехал без телефона? Ну... Так я вот... что, на него смотрю сейчас, то что ли? Ну, вот трек короче, смотреть. У меня теперь эндуро-трекера нет. Короче, беда. Ты кричишь, я думаю, блин, мой телефон, я же смотрю на него постоянно, думаю, что? Я себе тоже такую сумку купил, но она мне сюда не стала. Тебе на перекладе набирать. Да.
Все, давления нет. Ну, повернусь. О! Кого? Нихуя. О! Пошло. Все, должно пойти. Прогресс есть. Нихера вообще. Ты раньше хотя откручивал куда-нибудь? Нет. Не, откручивал, я ж не ездил уже. Да. У меня есть бутылка, может бутылку слить и залить тебе. Сложная схема. Доехали. Что-то мне подсказывает, что по асфальту. Мне тоже кажется.